Привет, дружище! Вновь я тебя встречаю в нашей мрачной, отвратительной, хотел сказать, пещере, но это явно не пещера. Игрушка у нас GTFO, миссия Септик, ну, либо же проказа, зараженный, зараза. В общем, как тебе угодно будет. В этой миссии у нас сегодня намешали абсолютно все, это была солянка невероятная, но интересная. Короче, приятного тебе, дружище, просмотра. Я думаю, это будет крайне интересно. Наливай себе чаёк, что-нибудь в целом попить, покушать. Ну и мы начинаем. Поставь лайкос. Приятного просмотра. Терминал. Угу. Я пошел сразу в терминал. Давай, давай. Я пока похожу здесь. Антидымовую турбину. Мы от дыма будем избавляться? Похоже на то. Какой там номер? 925. Фок турбин 925. So we don't have to fight them. 764-я зона. А, и, ну да, нам 764-й надо. А мы сейчас какой? Мы сейчас 760-й. Почему 764-й, если там написано 763-й? Это отнести потом надо. Понял. Ничего полезного здесь нету. Я кружу по белу свету. Кто-то дружит, не страшной тревоги. Нам любые по боку дороги. Так, 760, какую? Четвертая. Да. Под нами еще один. Мне жалко, что врагов нельзя отмечать. Да, согласен. Ебать. Что за скопление здесь, я понять не могу. Здесь их очень много, слушай. Может, пробежимся просто сквозь них всех? Я так понимаю, они еще там внизу есть, где дымы. Да, блядь. Пиздец. Под низом, внизу, внизу еще есть, аккуратно. А, нам нужно в туман идти, блядь. Так вот зачем дезинфекция? Дезинфицирующая камера. Угу. Мощный фонарик. Класс. То, что надо в тумане. Слушай, а там может быть не в нашу зону проход, потому что вот я вот на двери вижу, тут написано 64-й проход. Угу. Так, ну я пока сундучки открываю. Блять! Нормально, нормально, поблизости нет никого. Да сука! Да блядь! О. Хилка. И ради этого я старался. Так. А там внизу ведь нету никаких дверей. Что ты там про это говорил? Мне кажется, через... А, не через низ все-таки проход, тогда ладно. Нет, нам вот сюда надо сейчас в данный момент. Ага, давай, давай. Mm-hmm.
Что? Да ты чё, блядь? Лежи, блядь. Куда ты пошел? Да я здесь смотрю просто, мне интересно было, чё ты это? Я просто заметил. Тебе стало интересно, то что же за игра? То есть ты не... Или это бот был? Хилка еще. А? Чё? Это босс мал? Да, да. А то я уж подумал, ты не чекай, просто фиганул. Не, здесь вообще пусто. Это плохо. Классик. Вот, скорее всего, нам вот в эту дверь надо. 764. Ну, да, и, скорее всего, защита вот будет вот там. А, амо-пак на 6, 120%. Тайма. А. Вон там, скорее всего, защита будет все. Ну... На, патрон. А, это не ты, блядь, где ты? Стой. Че, по цвету не отвечаешь? Я на ник обычно ориентируюсь. Ну, блин, по цвету можно... Ну, понятно, да. Есть. Я просто выделяюсь, красненький такой, типа. А я че не выделяюсь? Желтенький такой, охра. Ну, бежевый. Не. Бежевый, да. Цвета хаки чисто. На моде. Ресов нам дают нормально. Короче, понятненько. Ну, тут нам антифункционные понадобятся, я тебе говорю. Там внизу будет защита все. Угу. Хилки тоже здесь понадобятся, если мы тикать будем. А мы будем. Ну, пошли к двери. Можем даже это закрыть. Таямба, я, короче, сейчас раздам еще патроны, короче, возьму хилку себе. Какой это? Тут только один проход, ты просто в турели все фиганем с этой стороны. Давай. Ой. Блин. Все. Так. It's alright. Let's do this. Alright. Так, я внизу ящиков никаких не вижу. Здесь, кстати, проверка безопасности обычная. Надо обратно за турелями идти. Ну блин, тут такая зона, вот где реально должны были месиво быть. Может быть, оно и будет здесь. Потом. Кто его знает. Блять, заело, пиздец. Так. Я пока открываю. У меня какое-то время, блин, в башке заседал этот дурак и молния. Не в шаре. О, здесь опять эти взрывалки. Король и шут. Понял. Блять, опять нихуя не вижу. Большой. Угу. Что? Опять эти хуйни, я же говорю. Да, это я понял. И до двое впритык стоят. Ну, проходим мимо просто. Тише. Проход 64. Дверь закроешь? Угу. Успел, блять. Типчик. Ну здесь нормально.
Ну вот проход в ВВ зону. Угу. Тихо, фонарик. Да, да, да. Соответственно, на одной стене сразу 5. Гребаные, блять. Что это, не знаю даже, клещи. Фу. Встречайся, палочка. Да, нам пизда. Какая там, чё? 5. Да не, нормально. Это не 7. Окей. Тем учетом то, что мы нихуя не зачищали, все вот эти гады на нас прибегут. А еще вот эти мины будут немножко мешаться. Ну это что факт, то факт. Прям под ним, блин, прошел вообще. Так я выключу уже ее. Ну ладно. Надо, короче, ставить мину на вот этот единственный, блин, проход. Ой, мину, блин, турели. Турели. А чё у нас по турелям-то? А, ну есть, нормально. Ладно, одну. Мы их и не тратили. Блять. Дебил наш. Куда ты там поставил? Ну, на вот этот проход, чтобы она стреляла. Так туда отсюда не побегут, ты видишь, что дверь сломана? Да. А вот такие сломанные, мне кажется, не могут пройти. Наоборот, нет? Да нет, туда оттуда вообще никогда не ходят. Они все пойдут вот именно отсюда. Ну ладно, хорошо, давай уберем. Здесь очень темно, я, короче, палочки раскидаю еще. Что, are you ready? Нет, хакет не поставил турель. Вот теперь ready. Проверка. Хак это единственный, кто стоит. Там его крутится, там 50% накрутил. Хорошо идет. Ну, вот турели чисто разносит. Все нормально. Ой, блин, блять. Слушай, а нам ведь еще в 763 внести это надо будет. Там, скорее всего, тоже будет защита. Ну да.
Там никого есть еще. Вот почему они со спины так грубо говоря, не выключаются? Мне надо прям в лицо, так сказать, посветить. Боже мой, грёбаные пиявки. Не, короче, это не пиявки, не клещи, это прыщи. Фу. Нашел, как обозвать в итоге. Да. Но они лопаются прям так же. Один здесь. Там дальше будет еще. О, что-то вижу. Вот, форку турбин 712. А, нам, а нам, нам нужно 925. Блять. А смысл тогда от нее? Чтобы запутать нас. Нет, вообще, она подсвечивается, видишь? Может, попробуем ее взять? Блять. Не. Она подсвечивает. Давай, я, короче, просто тоже возьму с собой. Это она шумит? Да, походу, да. Это может переносная, как вот эта херня, которая... Блядь! У меня 15%. На тико. У меня 10. Ой, какая же здесь просторная комнатушка. Ты, короче, когда ее держишь, она работает, понял? Да, я понял это уже. Оп. Блять. Пипец, у меня уже 20. Да! Тихо. У меня уже кашель начал, я в шоке. Когда я обратно идти буду, надо будет изонуть фигню эту. Она у тебя есть? Стоит. А, оставили? С тобой нет. Понял. О, вот же есть. О. Здесь еще. Да. Кайф. Смык. Просто облил себя. Так, слушай, я думаю, можно эту нести. Подожди. Я хочу пингануть. Положи на землю. Пинг, фог, турбин, 925? 925, да. Чё, где пинганулось? А, нет, стоп. А, вижу. Вон лестница. Ну вот, у нас две турбины. Шо, погнали. Так, а мы там оставляли путь, блять. Так, давай сделаем вот так вот. Сейчас, подожди. Типам отдать хочешь? Положим. Да, хочу в этом отдать, а то я с фонариком большим хожу. Так намного удобнее, типа. Перенести. Ну, смотри-ка, взял. Все нормально. Тебе нужно похилиться? Не, мне нормально все. Как мы это пропустили? Ну так тут мы прошли, мобов не убиваю. А. Патроны. 762. У меня так-то еще 4 использования.
Так, давай я раскидаю. А там два, давай этот раскидаем лучше. Давай. Но пацанам этим тоже нужно раскидать. Там два... Ну, свой, короче, я тоже потрачу чуть-чуть. Блять! Я себе закинул, и вот хакет закинул. Угу, не хотя хакет он... Нет, вот... Да, хакет вот. Все. Тихо. Блять! Я кашлять начал. Ну, мы вот скоро дойдем до этой фигни. Вот большой. Очистишься. Нам на лестницу, если что. На лестницу, подожди. На лестницу, да. Наверх. Давай, давай, давай. Вот, вот тут, вот в этом шкафчике. О, кайф. А этим типам не надо? Как это посмотреть? Не, им не надо, у них нет инфекции. А вот мне закинь. А, вот 13 у тебя, да. Все, найс. Подожди, стоп. А нафиг мы так далеко назад уходим? Нам нужна 762, да? 63. Сейчас, постой тут. Это, скажи хакету, чтобы за тобой следовал. Блять. А ну, она мне не сделала ничего. А, нет, сделала что-то. Ой, эти штуки перестали... Они у меня до сих пор шумят. У меня нет. Блять, а на двери хую сейчас увидим, какую зону проход. Блять, где тут еще двери есть? А почему нам... Да. Видишь, extension point? Нам же туда надо, нет? Какой point? Ну вот, обернись вокруг, вон зеленая херня горит, extension point. А, ну наверное туда, да. Только как нам туда пройти? Надо вот, вот к этой двери сгонять попробовать. Mm-hmm. Иди сбегай. Давай. Реально рассасывает, классно. Недалеко от себя, но рассасывает. А, здесь, здесь ключ нужен был, да, я помню. А дверь какая? Тайма, ты дверь, вот она. Да, я знаю. Да, я хочу здесь надо. Убить двоих, троих. Они меня просто бесят, здесь всю игру же стоят. Я пойду к терминалу, сгоняю, узнаю вообще, где ключ. Да. А, подожди, а он у тебя есть? Ключ, а, ключ у меня, да-да-да. Они бросили с нами. Да, кстати, они сами бросают. Нормально. А потом поднимают. Четыре. Какая защита? Ну, это еще не страшно. Да к тому же у нас, в принципе, оборонительная нормальная здесь будет. Ой, а чё у тебя так это, Клаус, слышно? Да? Да. Типа, короче, каждое твое движение реагирует микрофон.
Так, снухаки то я поставил. Так, ну я думаю, здесь можно в другую сторону еще поставить. Там была еще одна дверь, может быть, это тоже пойдет. Мне кажется, маловероятно то, что оттуда побегут. Мне кажется, если они побегут из этого прохода, то они побегут вот сюда. Короче, резко поставим, когда нужно будет. Ой, блядь, слышь? Че? А здесь, короче, помимо того, что здесь просто спуск, здесь еще и... Я не понимаю. У меня звуки пропали. Че? У меня звуки в игре пропали. Вообще полностью. Ну, охуеть. Сверни, раскрой, может, поможет. А, во, появились. Че за хуйня? Я вижу 4 точки сигнатурные. И здесь еще типы, они тоже побегут отсюда, понял? Ай. Блять, какие звуки. Да не побегут они отсюда, тут неоткуда бежать. Ой, блядь. У меня музыка пропала теперь, понял? Пиздец. Что со звуками? У меня не особой музыки-то есть. Ну, эффекты звуковые, понял? Короче, вот это вот атмосферная музычка. Начать проверку звука. Закончить проверку звука. Да, короче, пошли уже. Да, погнали. Странно, игра залагала. Готов? Да. Ну, справа. Справа, да. Боевой музычки нет, блядь. Уже бегут. Ворвался просто, нихуя себе. Так, надо, чтобы они бросили эту хуйню. Они когда начнут атаковать, все бросят, видишь? Я им сразу заранее. О, блядь. Нету звука опять, вообще никакого. Сука, что происходит? Сорямба, ребята, за эту хуйню. Все нормально, продолжаем. Пипец, короче, вот. Что-то жесть какая-то была. Вот, смотри. А, дезинфекция. Вот. Прикольно. С ХП, конечно, теперь не очень прикольно. Давай я тебя подлечу. Привет. О, thanks. И звуки все вернулись. Хорошо как. Поехали. Let them sleep. That way we can stay out of trouble. Я лево, ты право. Да, сейчас. Отстучиться. Блять. Раз. Раз. Да, блять. Да. Сзади, сзади, сзади. Сейчас. Раз. Два. Три. Сагрелся. Нормально. Вроде норм, да. Снизу еще под нами. Скажи одному из них следовать за тобой. Угу. Чтоб они за тобой как раз расчищали. А тебе? А, ну. Ну, один на одного, да, да, да. Ну, пусть будет хакер. Похер. Тихо. Он прям красный. Он у тебя тоже красным светится? Короче, блядь, хуйня какая-то. Это, наверное, из-за цветовой гаммы вот этой всей от инфекции. Инфекционного тумана, я бы сказал. Sleepers. Ну,
Два спереди. Здесь все. Так, я из-за этого всего дерьма как-то выпал. О, у меня карта сбросилась. Блять, я ничего не вижу, если что. Не прорисовано. Ну, нам только вот сюда остается. Давай. Вот. Сейчас они подойдут. Тут пусто пока что. Ну да, без этих фини это вообще было бы Unreal. На самом деле не очень понимаю, она все-таки едкая, нет, ты проверял? Да, она едкая. Тут по ее цвету можно понять то, что она едкая. О, антидым. Здесь еще раз кидаю. Терминал. Терминал что-то надо нам? Не. Ну да, редко. Тут есть кто-нибудь? Один. Это здесь? Нет? А, наверное, за стенкой, понятно, можно открывать. О, опять этот. Дефростация, блять. Эмопак на 2. У меня еще тоже на 2. Надо использовать. Закинь в меня. Раз. Все. Стой, по пацанам. Хакету можно дать. Я, кстати, метку цели нашей потерял. Да вот она, блядь. А, вон она. Давай, короче, чекнем, в какой она зоне просто находится. У тебя свет красный, блядь. Так, 700... А, блин, а мы не знаем в сканере развлечения, где находится. Ну-ка, подожди, может, тут есть в листе он, этот сканер? Ну, да просто по всем 760. Зонам можно быть. 762. Дезинфект стейшн, дезинфект пак. Нет, сканеров никаких нету. Короче, идем так. Угу. Ну, пройдем так, так, так. Ну там есть, в принципе, дверь, через которую можно пройти. Один. Че, пойдем вот сюда? Вот здесь туда, можно там через дверь пройти, либо дальше. Пошли сюда. Здесь один. Молится. Помолись. Еще один впереди. Два, если мы точнее. Я вижу круг уже, этот экстракт. Да, я тоже. Хуя здесь не видно. Какая атмосферка здесь ужасная, блядь. Еще. Sleepers.
Один. Три. Четвертого. Там, вон там еще стоят. Угу, угу. Тут двоих. Блять, какая же здесь атмосферка ебаная. Вот пусто. Еще один антидым. Угу. Ну блин, теперь нам надо сражаться, блин. Да. Да сейчас возьми тоже себе, раскидаем сейчас его, и чтобы не держаться возле этих типов, и нормально будет. Я бы сказал, не чтобы не держаться типов, а чтобы они тоже могли стрелять. Ну да. А, ну она же не будет работать, если мы держать ее не будем. Так, где здесь проходы? Один здесь проход всего лишь. Вообще, ну, вообще два. Ну, два. Ну, типа... Хакинг за дверью остался. No. Так, все, я ставлю турели и сразу же говорю им... ну, и сразу открываем. Отпустить. Пошли, это, пробродись немножко со мной. Я не могу в дым спустить. Ай. Офигеть, он мне кашлять начал. Блять. Ой, идеально, в серединку. Две турельки на большой проход, одну на маленький. Я, конечно, блин. Ага, две турельки. А, понятно. Понятненько. На другой 60 вообще. Стрел. У меня тоже не особо много. Короче, пофиг, погнали. Я ставь, поехали. Говори, подожди. Да ё-моё. Бросьте. Бросьте. Все, запускай. Я сразу вот тут. Я кинул, стой. Я тут кинул. Подняв. Бля. Снизу, да, долбится? Не знаю. Мне кажется, вдалеке. А. Ох, ебать. Ебать. Упал чел. Я нифига не вижу. Я тоже. У меня дымы кончились. Я поднимаю. Я пока залечусь немножко у себя. Так, иду. Бля, нихуя не видно. Отлично. Все. Там большой. Ебать, это потно было. Ай, дымы надо взять. Так. Pick up your deployables.
меня 25%. У меня 40. Так. Там один. Справа сразу будет. А, надо, наверное, сверху. Он вообще один. Нафига чем его? Раз. Два. А вон там еще второй. Блять. Раз, второй, блядь, говорит. Надо поднять. Пусть поднимают. Ой, сагрился. Я перезаряжаюсь. Здесь уже нету этого, можно сбрасывать. Надо сказать им, чтобы скинули. Ну а я что делаю? А, все. Yes. Yes. Да все. Да, нормально успеваю. Победа. Бля, пот. Особенно учитывая, что у меня лагало, пиздец, блять, как-то странно очень. Все по пизде пошло. Учитывая то, что у меня под конец 40% заражения, это пипец тоже. Ты тикаешь, да, сейчас? Ну нет, я не кашляю, ничего, но я вижу, как у меня потихоньку хп уходит. Хорошо, септик называется миссия. Кайф, я думаю, можем... Критическая, и только я удалю, простите.